Сегодня, ребята, у нас челлендж Back to School. Сегодня мы будем крутить две рулетки. Первая рулетка с магазинами, в которые мы можем пойти. Есть 4 магазина у нас в торговом центре. Мы приехали уже в торговый центр. И в этом магазине есть 4 магазина, в которых мы сможем найти хоть какую-то канцелярию. Есть Pegasus, самый большой, где больше всего канцелярий, Flying Tiger, Maxima и Charlotte. Я больше всего не хочу в Максиму, потому что там мне не нравится канцелярия вообще. Просто обычный супермаркет, там нету никакой там милой канцелярии. Там обычная самая простая канцелярия, и она совершенно неинтересная. А потом мы будем крутить рулетку с цветом, и какой цвет нам выпадет, такого цвета мы будем покупать канцелярию. Вот рулетка с магазинами. Аня, давай крути. Там такой звук. Максима! Так, теперь я кручу. Пегасус! Ура! Так, теперь будем крутить цвет. Ань, давай, крути. Розовый! Ура, розовый! Так, теперь я. Я хочу желтый. Или голубой! Блин, рядом был желтый, который я хотела, но все равно голубой тоже. Сейчас мы пойдем в магазин. Когда мы придем домой, когда мы купим все канцелярии, мы вам все покажем. А вы в комментариях напишите, чья канцелярия вам понравилась больше, моя или Анина. А пока подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик. Все, мы уже в торговом центре. Розовая ты должна, только розовая. Ой, тут Анна такая страшная, без глаз. Вот страшная какая-то. Страшная, да. Смотрите, вот Аня, нашла. Смотри, помада розовая, ластик. Вот есть такая ручка розовая. О, да, давайте возьмем. Она цветная. О, смотри. Да, круто, я возьму себе. Мамочки, она вся розовая. Значит, возьмем. Тут все круто. Такие ножнички хочу. Возьмем. Вот смотри, тут есть розовые тетради, но они, смотри, они в пачках упакованы, принцесса Рок. Наверное, они продаются только в пачках. Какая? Вот такой розовый стаканчик есть. Класс, давайте купим. Идемте на следующую витрину. Идем посмотрим следующую витрину. Смотрите, какая крутая. Красивая, да. Я с собачкой. Вот финал. Покажи. Смотрите, он мокрый. Мокрый, с него вытекло, наверное, уже. Это же наш финал. Тут такой финал с кусалкой. Вот финал какой-то жидкостью тоже. Какой выберем? Вот я не знаю, жидкость мне не нравится, что тут сколько-то мокрое, как будто бы. Такой еще вот есть фламинго. Аня, смотри, что я тебе нашла папку. Да! Сейчас посмотрим, что там. Ой, финал классный. Это для тетрадки. Где? Для тетради. О, круто, вот. Это, по-моему, стирающаяся ручка, что ли? Да, я. Это карандаш. А, это карандаш. Да. Покажи, что ты выбрала. Пластик. Пластик не страшный. Ну-ка. С такой сдержалкой без рта. Mm-hmm. Вот, смотрите, ребятки, у меня все розовое. Я уже все выбрала, и сейчас идем в другой магазин. Маша. Так, теперь я все пошла. Какой у меня цвет? Mm-hmm. А, голубой, да, точно. Какой классный карандашик. Я хочу себе посмотреть этот, как его, механический карандаш. Вот нажимаешь? Вот голубенький же карандаш. Ну, он с котиком, мне не нравится. Не нравится? Так, это тебе не нравится, котик. Ой, можно? Это же считается? Нет, это зеленый. Это на зеленом фоне лама. Мне кажется, это зеленый или это какой-то бирюзовый. Да, ну, наверное, пойдет. А вот смотри, с голубеньким. Какая? Глаз. Смотри, вот такой тебе не хочется глаз. Не, глаз это страшный.
Так, тут есть вот начинки. Я тебе давай сейчас помогу. Вот смотри, голубая резиночка. Некрасивая. Вот еще что-то голубое. Единорог. Единорог. Ну ты уже у нас не любишь не единорогов, да, особо. Вот голубенький какой-то карандаш. Ой, вот может быть есть такой с голубым? Нет, это не считается, он же черный. Не-не-не-не-не. Где? Не, некрасивый. Я вообще такие ручки меняю. Ну они неудобные, да, очень толстые, да. Так, давай на нижнюю полку переместимся. Так, о, заяц, смотрите, посмотрите. Ну, короче, она такая огромная. Да, в пенал не вместится. Места. Ой, здесь ластик. Угу. О, а это, о, вот о. Это я такой возьму. О, видишь? Мама глаза сейчас увидела. Да, это очень няшно. Ну, здесь же есть голубой, можно? А вот лучше вон тот второй возьми набор. Там, по-моему, два голубых карандаша, нет? Панда. Нет, один, я хочу этот. Перо ручка. Перо. О, вот это я все возьму, она классно пишет. Классно, может быть, еще другой рисунок есть? Вот нет? Есть вот это, что это? Ой, ну, какая-то серая. Серенькая, да. Привет, ну, пойдем. Подписи, можно с вами сфоткаться? Да. Привет. А я вас сниму. Спасибо, пожалуйста. Так, пойдемте дальше. Это как в смешариках, у них же есть наверху там звездочки. Вот тут что-то можно вот со скидками поискать. Мы все время до скидки. Смотри, какая красивая тетрадь. Мне не нравится. Мне нравится. Ой, если бы я была бы сейчас это, я бы такую себе купила. Вот смотри, какие пенальчики. Ну не, у меня есть пенальчики. Кошелечек. Может, ты себе кошелечек купишь? Ой, я вот это возьму. Ну, только мелочь положить, да? Или бумажные деньги, в принципе, тоже можно, да? Но это вообще не канцелярия, а, это я думаю. А может быть, вот смотри, вот это классно, или это не считается? Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, это, конечно, не голубой. Ну, вот тут зато полоски есть. А там тоже полоски есть? Да. Так удобнее писать. Такую классную витрину я нашла, но это, блин, не канцелярия. Пожалуйста, у нас не разрешается снимать. Ребята, в общем, мы уже дома. Сейчас мы вам покажем все то, что мы купили. Вы, ребята, в комментариях напишите, чья же канцелярия вам понравилась больше и кто выиграл. Вот я первую папочку хочу вам показать. Это такая картонная папочка. Тут фламинго катается на самокате. Первый раз такое вижу. Я купила 5 тетрадей. Она тут такая вот, сами фламинго такие мягкие, пушистые. Такой вот собачка, она мне больше всего нравится с диванчиком. Где она на диванчике сидит. Котиками милашка. Тут такие котики, тут такие. Тут такие барби. У меня раньше была такая кепочка. И вот такой вот с динозавриком. Теперь давайте ежедневники. У меня их 3. Такой маленький лего. Пушистый ежедневник. И тоже такой ежедневник. Теперь давайте я вам покажу ножнички. Вот такие они у меня тоже. Эльза. Я просто почти все купила. Эльза. Еще вот такие вот. Как? Такая ручка, тут 8 цветов. Карандаш толстенький такой. Хайлайтер вот такой вот тоже розовый. Вот. Смотрите, я какой взяла себе стакан. Для канцелярия, который вот так класть. Вот таких у меня 2 ластика, типа губки красить. Как помада один. О, это вытаскивается. Как круто. Да. И вот такой вот страшилу. Мне он больше всего нравится. Вот это механический карандаш и резинки на конце. Вот такая еще ручка фламинго. И вот последняя ручка. Она мне очень нравится. Она такая розовая, переливается вся. Ребятки, я сейчас посчитаю, сколько у меня предметов. Пока Аня считает всю свою канцелярию, я вам покажу свою. Вот, смотрите, все, что я купила. Я купила папку единорог, такой Space Unicorn. Я взяла 2 тетрадки с единорогом и стол написан. Я не знаю, что вот это вот такое, типа какие-то потеки красивые. Я купила кошелечек с Oh My God, здесь написано. Я купила ежедневник. Это для того, чтобы записывать слайм, который вы будете у меня заказывать. Надеюсь, будете заказывать. Потом пенал, просто очень крутой пенал. Здесь он прозрачный, и на здесь написано Dream Big.
А это ластик. А с другой стороны такая штучка, типа вот так вот смахивать вот эти вот опилки от ластиков. Здесь у меня голубая ручка гелевая. Очень красивый карандаш с ластиком лама. И синий корректор. И также два набора карандашей. Вот тут два голубых карандаша, слоник и сова. Вот, все, что я купила. А вы уже купили канцелярию в школе? Напишите в комментариях. А также не забудьте написать в комментариях, чья канцелярия вам понравилась больше. А еще не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, а также нажать на колокольчик.